14 по 30 сентября с 12 часов дня до 6 часов вечера в Нарвской центральной библиотеке открыта выставка иллюстраций известного норвежского художника Теодора Кительсена. Выставка посвящена творчеству Теодора Кительсена и удивительному миру норвежского фольклора, в котором художник черпал свое вдохновение. Среди работ, представленных на выставке, есть пейзажи, портреты норвежских фольклорных персонажей, иллюстрации к норвежским народным сказкам и книгам Кительсена.